Россия захотела освободить Украину от НАТО. Я так понимаю. Ну, вообще никакой логики нету. Если украинцы рады НАТО, ну, то зачем Россия должна освобождать украинцев от НАТО, которые рады НАТО? Так я вот... сам не понимаю. Ну, и вообще НАТО хотели свои войска поставить, ну, на территории Украины. Ну, украинцы разрешили. Да, украинцы разрешили, но возле, совсем близко до Москвы. И все, и на это, на этот счет подумали то, что это плохая идея. Ну... Это я тогда рассказывал, да? Ну, да.